Всем привет, дорогие зрители, подписчики моего канала, с вами Туз Геймс. Итак, мы продолжаем с вами вести, так сказать, бизнес. Мне кажется, ли у меня это... Что? О, тормоз наш. Что мы хотели в прошлой серии сделать? Так, докупить надо все будет. Молока еще взять. Ну, как кладовщика я смогу взять. Так, менеджмент. Считай сейчас. Подожди, оплатили что ли же? Онлайн. Пожар. Так, 300. Уровень магазин 20-ку, да? Склад. Купим. Да, купим склад. Так, 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 купил я склад. Что у меня тут на складе? Закрыто. А где склад у меня? Оба. Так. На превьюшечку пойдет у нас так. Шоу я. $700. Так, маркет. Так, торможу что-то так. Сусу, хлеба. Чаю. Так, сусу. Хлеба. Чай, молоко, соль. Блять. Соль. Корзину купить пока. Так. Молочко, так, молоко. Так, все, пошел нахер. Так, чаю. Так, чисто посмотрю именно визуально, что нам надо раскидать. Целую пачку поставим. Так, склад у нас есть. Можно будет затаривать уже, брать со склада что-то. Так, пустая. Так, еще что взять? Мука, наверное, еще. Синяя мука нужна будет. Так. Где ты? Где ты, где ты, где ты? Наверху была, да? Ага. Так, потом. Масло. Чок-пик. Так, нам бы не переусердствовать еще. Вода бутилированная. Так, яйца. Яйца нужны будут. Так, еще сыр возьму. Блин, хамуха. Так, сыра. Блять, он давай быстрее. Так, сейчас. Так. Угу. Так, это что? Яички. Так, чок-пик. Так, масло. Там 7, в принципе, нормально, думаю. Так. Мука. Сюда еще, может, пачку хлеба взять сюда. Так, ну яйца, молоко, в принципе, есть. Бутилированная вода. Так, закрыто. А что там закрыто? Чем закрыто? Так, это есть. Мука, в принципе, есть. Красную такую херню еще надо заказать. Так, красная херня. Так, красная херня в корзину.
Кофе есть, да, у нас яйца. Так, паста шоколадная. Вот нет шоколадной пасты. Шоколадная паста. Соль есть, рис еще пачку. И пачку риса. И я думаю, откроемся. Блин, ну нажал же купить, что так? Так. Чисто раскидываю, чтобы люди ходили такие, а, блин, это надо купить, то надо купить. Так. Ладно, хлеба я попозже закажу. Так, у меня 11 уровень. Все, блин, мы полдня. Хуя себе, блядь. Ни хрена, так, ладно. Так, что, оливковое масло и молоко. Нет, все-таки идет. Так, оливковое масло. 6,25. 6,25. Молоко. 3,30. Нифига себе. Инфляция. Так, и что еще? Так, а чё? Так. Снеки. 6,94. 6,94. То есть один день мы с вами проебались. Хуя себе, блядь. Так. Так, я пока посмотрю, сколько стоит касса вторая. Так. Что? Подожди, а где? Маркет, мебель. Касса 500 рублей стоит, да, у нас? А это почему 500 за штуку? А это что? А какая? Зеркальная? Ну вот это нужно, да, будет зеркальный сюда прямо так, чтобы оп, а мы тут будем стоять. Я еще забыл вот этого купить. Так. Слышь, ты давай быстрее работай. Чё у тебя свитер рваный? Пришел рваным свитериком, блядь, на работу. Как позоришь меня, блин. Чё сережку нацепил? Чё не у нас? Хер пойми кто. Так, давай. Чё у нас там? Хлеба есть? Так, здесь чё, хлеб? Угу. Сейчас накоплю на кассу, купим кассу нормально. Так. Я тут мешаться не буду, может как-нибудь. Не, однозначно сюда вот так встану. Я, блядь, буду мешать на входе. А, не, на входе, чё, блядь? Так, это уже, да? Угу. Хлеб они разобрали. Так, мука нужна мне. Спагетти такие. Зеленый, блядь, застрял, нахуй. Чё за нахер-то? Так.
Так. Прям, блядь, из коробки забрал, прикинь, что он дал. Чё? Я знаю, что там есть у меня. Так, молоко есть, это есть, так. Может, хлеба пачку еще. Так. Кофе есть, да? Че еще? Все вроде есть, да? Хлеба пачку. Так, здесь. Мука есть. Ладно, не буду пока заказывать. Так, вроде он, блядь, наловчился, нет? Так, может, кассу купить пока? Блять, нахуя ты маркет мебель? То есть подожди, мне вот эта такая касса же нужна, да? У него такая стоит, да? Угу. Так, купить. Так, вторая касса. Ну вот сюда вот так вот. Не пройдут вот так, да? Так. Не, ну нормально так же. Не, ну а чё? Так, я тут за товаром слежу. Ну, деньги на кассе. В принципе, сзади же тоже проходит, бывает такое, да? А, блядь, как-то обезопасится. А, да? Простите, блядь. Сплю. Так, немного неудобно. О, без дачи. Так. Так, 7. 61. Так. 61. Так, вроде все есть, да? Вроде все что-то набирают. Муки может не хватить. Так, 4. 4. Ну что так два рыла? Нормально работаем, да? $300. А, нет, что завершить? Что наебывает меня? Так. Лампочку еще в центр надо будет сюда обязательно. Сюда на вход. Так. Ага. 95. Так. 95, 33. Так, 21, 82. Ходи в другую кассу, блядь. Заебал нахуй. Так, 5, 30, 5, 30. Так, 31, 70, 31, 70. Так. Блядь, ты пиздец, ты угораешь, что ли? Так, 32. 86, 32, 86. Ну нормально, мы под конец закрыть еще несколько денег заработали. Все, закрыто. Так, ну что, нам надо будет купить еще? Так, интер. Ну, вон, товары не найдено, нормально. Начать следующий день. Соль подорожала. Сейчас поднимем соль. Цена 2,44. Так, бля, я все закрыл. Так, 4,65. Счета.
Так, продукты. Корзину. Так. Молоко тоже возьмем. Так. Так, счета 35. Ну, пока так. Ухуй. Так. Так, магазинчики тесно становятся. Бля, молоко целая пачка. Так, ну, блядь, нормально чё-то. Немного кривенько так. Ходили, так хоп, оплатил, вышел, блядь. Так, хоп. Так. Пусто. Так, вода бутилированная нужна. Что еще надо? Так, сусу, вода бутилированная, чай. Так, еще вот этого надо. Так, быстренько. Так, сусу. Так, сусу, вода. Яйца, наверное, это тоже возьму. Вот это, так. Все, я пока открываемся. Все, погнали. Так. Фига не видно, иногда бывает, что полное, не полное. Так. Можно на склад возить, но я пока еще не обладаю такими мощными оборотами, чтобы прям это. Так, кофе есть, так, пока работает. Так, денежка. Так, 5,65. 60, так. Ну, сейчас, я думаю, обороты увеличим. Так, соль нужна будет. Или, да, соль возьму. Так, соль еще. Так, блядь, сейчас, секунду. Соль. Так, секунду, блять, заебался ждать, наверное. Так. Так, 22:02. Так, все отлично, все, хорошего дня. Так, нахера себе, это тоже сюда что? Так, без дачи, спасибо. Так, фига себе они набирают. Без дачи, почти 100 баксов. Так, это 4, в принципе, есть, это есть. Так, кофе есть пока.
Так, сыр. 3 сыра надо будет заказать. Сыр. Так, сыр, сыр, сыр. Так, а что, идите на другую кассу, пока я раскидываю тут. Так, 3, 37, 30. Так, карточка 43, 04, 04. Так, все отлично, хуяся. Так. Так, красной хуйни не хватает этой, да? Сейчас, one second. Так, детям купил сладости, да? Это хорошо. Так. Так, риса нет, прикинь. Меня ждут там, нет? Так, рис. Да, меня ждут, смотри-ка, я, блин, думал, не ждут. Так, так, все, пачка риса, так, секунду. Да, блин. Так, раз, два, три. Так, без... Блядь, давай. Что-то замотался совсем, 9, 97. Бля, действительно нужен кладовщик, блядь. Так, 8 из 9. Сука, ты, блядь... С размером, что ли, пришел? Так. Так, 3. 6, да? Так, 1. 4. Чё, блядь, к нему-то не идете? Я вот нахерена нанимал вообще. Так, 48, 71. Вот там и стой, блядь. Тут раскладывай, бегай, блядь. Так. Так, $700 у нас там. В принципе, обороты нам позволяют. Что нам позволяет обороты? Я нам ничего не позволяет обороты. Так, пиздача, спасибо. Так, а что у нас тут? Бля, большие шпагетти, шпагетти, большие шпагетти. Шли. Две пачки, блядь, вечно. Надо кладовщика нанимать, заебался я уже. Дети большие. Так. Сейчас опять будут бухтеть. Так, кто у меня нет никак? Либо есть. И что, заканчивать не будем у нас с вами. Несусь. Так, 5, 75. Так. Смотри, как надо быстро работать. Я, блядь, кручусь, как это, блядь. 19, 7. Так, 17, 64. Ну так мы с ним. Бля, я один же столько зарабатываю, да? Оборот, что-то вообще нихуя не идут.
кофе надо будет заказать, чаю. Ладно, давайте. Баланс. Так, следующий день. Сыр и масло. Так, как так? Сыр. 2,87. Масло. Какое масло? 5,18. Так, две корзинки. Чаю возьмем. Это возьмем. Так, что еще? Это. Яиц нет. Так, яйца еще. Так. Так, следующее, что у нас тут? Чай, блядь. Да, блядь, я застрял опять. Так. Ну, блядь, как-то оборот увеличивать, прям, чтобы прям пиздец был. Прям пиздец. Чтоб не бегать, не прыгать. Что еще? Хлеба. Так, красного хлеба еще заказать. Так. Да я, бля, застрял. Так, у меня никто не стоит там. Хорошо. Так, муки, блядь. Муку выбирают вообще пиздец. Так, где мука еще? Че им нахуй там эта мука нужна? Так, выбрось. Так, ко мне подошли. Так, еще красное. Шпагетти еще, бля, ебаные. Так. Иду. Так. Какая-то суматоха вообще. Так, 22,90. Так, 2,48. Так, что у меня еще? Молоко есть. Блять, своя, блять, это что ли? А, 4. Я думал, опять размен, блять. Так, 82. Так, что у меня там еще? Соль есть. Какао есть, так. Так, молоко вижу, вода вроде как бы есть, да? Под вечер может закончиться. Бля, я тебя помню нахер. Так, что у нас-то? 55, 51. Так, 55, 51. Так, ты что берешь у меня? 3,50. 3,50. Отлично.
Как-то со склада надо забирать их. Так. Короче, вот это и вот это просто, бля, в лёд. 1000 заработали. Блять, мужик, там целая касса свободная. Хули ты сюда-то подошел, блядь? Так. Все, бегу, бегу. Надо было как-то удобнее сделать. Ну ладно, хуй с ним. Так, 37 91. Что-то я, блядь, выдал больше, по-моему. 38 с хуями. 6 91. Так, 43. Ты хватит жрать, тебе приходишь сюда, жрешь что-то. Так, 39 46. Ты, блядь, жоп не слипнется у тебя. Так, без дачи. Так, уже 1000. Так, ну ничего так оборота, да? Полочку купить, холодильник еще, чтобы вообще не дергаться. Так. Так, полку сюда взять одну, да, ихла. Так, что здесь, сусу? Все, под вечер все с работы пришли. Масло. Это есть. Чок пик уже, кстати, второй раз не покупаем мы, то есть не заказываем, так сказать. Так, 4 цента. Так, 6 25. Так, 24, 34, блядь. 34. Угу, вода. Время. Ну, время уже конец рабочего дня, ладно. Один можно. Так, 3. 70. 4. Так, это у меня. Так, чё, есть чё кто? Бутилированной воды нету, да? Берите, яичек нету, все, выгребайте, ебать. 9 часов, все пришли в 9 часов. Так, 50, 46. Пять девяносто. Чё, 1,5 штуки мы заработали с вами. Вот он там, блядь. Так, воду, яйца, холодильник. Сколько, интересно? 375 и полка 200, да? Две бутылки, да, 630 общая прибыль, нормально тогда. Яйца дорожали у нас, да? 4,78. Так, что еще там было? Так, 200 и холодильник. 575, можем себе позволить. Так. Бля, я проебал счета, что ли? Так. А, еще, блядь, необходимый магазин. Ой, блядь. А, не, второй кассир, подожди. А, склад. А, это склад, подожди.
Требуется купить эту чашку, чтобы расширить супермаркет. Пока рано. Так, а найм. Кладовщик. Силаж для... А, что... Ага. Необходимый уровень магазина 15. Так, а что там на стеллаже нам надо? Так. Есть. Ну давай стеллаж куплю и... Прям идеально захочется. Так, и стеллаж. Почему нельзя? Почему нельзя сделать? А куда его, блять? Почему нельзя стеллаж? Пойду отнесу пока на склад. Нахуй. Так. А, на складе должен быть, блять. Так, ну, блядь, полку я все равно куплю. $600, потому что нам надо развивать. Так, лицензия. Сколько там лицензия стоит следующую? Идеально. Сейчас опять проебем. Так. Яйца. Соль. Так, максимум 10. Да, где еще? Эту я купил же, да, по-моему? Что еще взять? Так, сус, так. Да, магазин, конечно, совсем лысый. Вода. Так, молоко. Да подожди ты, я работаю, не видишь, блять? Блять, такое ощущение, что холодильник прям пустой, пустой, блять. Иди в соседнюю кассу, заебал, блять. Ч
Чё, пик выгребли, блядь, всё выгребли. Короче, пизда рулю, так. Так, 59, 71. Нет, масло, точно, масло я не купил, да. Так, 34. Оборотных средств не хватает, 61. Ну, вам пойдем заказывать масло. Пизда, короче, это фиаско. Так, это тоже закажу. Так, что еще можно? Это заказать. Там что, кофе? 2. Так, сусу. По-моему, вот это, хлеба. Все купить. Это как всегда. А, ну ладно, да. Так. Сейчас хлеб свежий выложу, и все нормально будет. Так, быстро погнали. Бля, нужен кладовщик, блядь, без него никак. Так, 10 36. Масло. Да привезли масло, блядь. Подожди, не даешь он, блядь, это разложить товар, блядь, стоит, орёт, масла ему не хватает. Пошел нахер отсюда. Так, во, масло. Вы, блядь, не берут, нахуй, стоит, блядь, 2 дня, а то, блядь, напали на масло, нахуй. Нате вам масло, блядь. 2 стеллажа, блядь, 3 поставлю туда. Так. Воды, блядь, воды вам, вот, блядь. Кофе, блядь. Кто там кофе хотел? Я там тут стоит, блядь, у меня стоят люди, ёбаный в рот, а я тут... Видишь, блядь, один, идите на соседнюю кассу, ёбаный в рот. Так, 4.73. Так, 6.18. Так. Я чё, блядь, тёща приехала, что ли? Так, 5.51. 51. Так, 48. 35. Так, 30 29. Спасибо, что без дачи. Так, 13 уровень магазина. Так, что мне не хватает? Блять, ничего не хватает. Что там? Рис. Это тоже возьму. Яйца могу взять. Бляха-муха, короче, пиздец какой-то. Так, рубим бабло. Так, 10.77. Так, 76. Так. Что-то мы дальше штуки никуда не едем. Так, 28 38. Паста закончилась. Они выносят весь магазин, короче. Так, 53 64. Двадцать шесть, 97. Ебать, блять. Ты видал, нет чая, ничего нет, пасты нету красной. Ебать, блять.
Блять, свет включил, а все равно темно. Никто, подождите, подождите, день не будем заканчивать. Так. 15:81. Блять, кладовщик, интересно, че он? Так, 56, 58. Чего он, блять, надо ему кладовщику в плане того, что он, да, что будет делать? Ебать, блять. Пришли, нахуй. Люди. Так, че он, где он? Блять, смели, блять, сразу нахуй, прям с полки загребли, блять. Я себе, блять. Так, здесь соль будет. Надо как-то все грамотно поставить. Так. Все у него нормально. Так, что по времени? $1000 мы с вами заработали. Так, я думаю, на один день нам еще хватит, да? Так, мука, сахарная пудра. Так, мука и сахарная пудра. 5,95. Так, мука какая? Так, 6,31. Так, мука, сахарная пудра. Так, оплачу. Счета. Так. Лицензии, что можно купить на товар? 550, блядь, что дохуя. Сыр, мед, тунец, блядь. Короче, всего, блядь, под... прям всего нахуй. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На черном чае остановились, да? Так. Что там еще было? Никто не помнит, нет? Сусу. Блять, ездит по моим этим, блять, козлы, блять, по моим товарам ездит. Не нормальный вообще, не? Так. Оборот вообще тухлый. Очень тухлый оборот. Блять, масло вот надо было им, и чё? Чё никто не берет? Не выкинул, блять. Так, чё там? Офа. Чаю. Нифига себе, чаю не набрали. Так.
Молоко, яйца. Пить. Так, забиваем холодильник. Так, это тоже. Спагетти. Не дают пройти вообще. Так, блядь, приперся кто-то, блядь. Сейчас подойду, блядь. Вот, блядь, отвлекают меня. Ну, в принципе, нормально, да? Средний чек прям ебали, нормально. Так, без дачи вообще шикарно. Так, надо будет еще все-таки по-любому лицензию купить. Клиент ждет завершения, блядь. Подождет, ёпта. Так, все здесь, блядь. Так, это что? По-моему, у меня была целая пачка, да, я и купил ее еще. Нет? Это была другая. Так, иду. Одно иду, так. Без дачи, блядь. Дай поработать, слышишь? Мне надо это, без дачи. Да вы что, угораете, что ли? Вообще классно. 24.57. Все. Бабуля свободна. Иди нахуй, ёпта. Не видишь, занят. Прям... Иди вон на соседнюю, иди обслужи его, блядь. Стоишь как дурак, блядь. За что я тебе бабки плачу? Достал, блин, уже. Что за работник, блядь? Так, 23... 16. Может, чуть товары подороже какие-то. Нужно расширяться будет. Так. Там что у нас? Мука, масло. Так, рис. Может, рис этот вниз спустить? Подожди, я думаю, блядь. Не видишь, что ли? Так, 78. Это, блядь, так, 78. 08. Так. Бля, люблю, когда товар есть. 43.52. Мы, блядь, топчемся на месте, что-то, мне кажется, нет? Опять меньше тысячи. Блядь, опять пасту надо заказывать. Не ту пасту схватил ты. Подождешь, дядя, блядь. Так, две пачки. Раз, два. Пять шестьдесят семь. Так, 44.81. Ну, у нас в среднем в день 1200 рублей. Где-то выходят. 1200, блядь. Да, с одной кассы мы хуй бы справились. Так, молоко, сыр. Сыр они выгребают, яйца. Ага, вода. Вода. Вода, так. Без дачи, пиздец, нахуй. Так, чё по времени-то?
Так, скинули. Коробок у меня к концу смены быть не должно никаких. Стоять. Да, все, время час пика, все с работы, не знаю, метро приехало, что там, блядь. Автобус подъехал, все. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Так, сюда. Угу. Все, привет, здорово. Так, чик-чик-чик-чик. Ага. Так, 72. 72. Так. Ну все, да, распродаем остатки. Так, 29. 20. Так, 9. Нихуя сегодня набирают, блядь. Отлично. Так, 58. 53. Так, это да раскидали. Так, чего это у меня? 28. Ты не ко мне? Блять, сейчас пчихну, ёпт. Так, что у меня там осталось? Будь здоров, живи богато. Так. Блять, одна ебаная бутылка осталась. Хлопья набирают, страчу. Там они вообще все выгребли, блять. А, к нему, ну нормально. Вот, никто не забирал. Так, здесь можно сыр. Здесь молоко. Яйца. Что еще туда в холодильник? Больше ничего, да, в холодильник у нас. Так, 1700 рублей. Что, предлагаю тогда на этом закончить. Продолжим в следующей серии. Ссылка на плейлист будет в описании. Также не забывайте комментировать, ставить лайки, подписываться на канал. Не забывайте про все уведомления, колокольчики. Главное, берегите себя и пока-пока.